когда видишь вокруг столько добрых, столько вдохновленных, столько с какой-то своей одновременно внутренней тайной, но в то же время с думой о ребенке, о своем сыне, дочери, женщин, ты чувствуешь себя каким-то защищенным, и это тоже вот наша фотовыставка такое чувство дает. Очень важно, чтобы вот такие лица действительно могли увидеть гораздо больше наших посетителей, и поэтому вот по предложению руководителя Татмедиа мы в следующий раз надеемся сделать эту выставку баннерной. И на самом деле я считаю, что этот конкурс должен продолжаться. И таким образом мы начнем формировать фотогалерею мам республики для начала, а потом, может быть, к нам еще кто-то присоединится. Потому что на самом деле, мне кажется, это очень такой перспективный проект. У него есть и должно быть продолжение. И сюда сегодня попали, ну, такой пока еще достаточно узкий круг, но даже от этого уже тепло, светло в Кремле стало. А когда этих лиц станет больше, у нас же бывают баннерные выставки, и посвященные деятелям культуры, и ветеранам Великой Отечественной войны. Они действительно пользуются большой популярностью. Никто из посетителей Кремля не обходит, как правило, этой выставки.